Итак, по просьбе знакомых начинаю распаковку. Несколько раз просили показать, что и как. Вот в этот раз я решил распаковать на глазах у всех. Не люблю, когда коробки распаковывают, долгая история. Вот я уже вытащил почти все. Вот пакеты. Значит, начну с самой интересной монеты, которая приехала в этот раз. Это монета удачи. Вон там подкова. Цифра 3 девятки, постоянный победитель и так далее, 001, 2 доллара, страна Ниоя. Теперь смотрим, вот я взял вот такой вот, в таком вот боксе, несколько штук, несколько себе, несколько в продажу. К этим монеткам шла интересная такая вот, интересный такой конверт, в котором вот такие вот лотерейные билеты. Что это такое, может, никто не знает, но я расскажу. Может, кто-то знает. В каждой монетке идет вот такой лотерейный билет. Выпущено 25 тысяч монет. В каждой монете идет по лотерейному билету. А выигрыш будет разыгрываться в марте. Выигрыш — одна монета, 150 грамм, 5 унций. Из золота. И выпущена эта монета из золота будет в единственном экземпляре. Я думаю, это очень хороший будет выигрыш кому-то. Вот. Это первая монета. Так. Пока то, что просмотрели, откладываю. В этот раз мой дилер прислал пустую коробочку зачем-то. От корейской фирмы монет. Но мне она пригодится. Теперь приехали запечатанные несколько монет, тут тоже небольшое количество Робин Гудов австрийских. Это из того, что я снаружи увидел. Я сейчас аккуратненько попробую поддеть и достать. Нет, она таки распечатывается вот так. Вот они, Робин Гуды. Сейчас достану одну, покажу. Вот такие симпатичные ребята. Австрия, Робин Гуд. Вот эти монетки мне достались по очень интересной цене. В момент распродажи тоже будет часть на продажу, часть оставлю себе. Едем дальше. Ну, теперь начнем с маленьких коробочек. Так, поехали. Что тут такое, неизвестно. Заказ был большой. Я раз полгода делаю один достаточно крупный заказ и заказываю разные монеты по возможности интересные. Сейчас посмотрим, что это у нас тут такое. Проверил, все ли нормально снимается. Нормально снимается. Так, оно здесь все просто. Здесь я купил вот такие вот монетки. Австралия, 2014 год. Я купил на пробу пару штук. Они хорошо продались. Я купил еще несколько штук, дабы окупить доставку. Продам я эти, скорее всего. Так, едем дальше. Вот это самая большая и тяжелая упаковка. Тут, наверное, очень много монет. И они очень тяжелые. Так, ага. Достаем по чуть-чуть. Ага. Вот у нас вот такие веномы. Страна Тувалу. Вот такие вот. Вот сколько их у нас? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штучек. Вот таких вот Тувалушек.
8 штучек. Пока. Надеюсь, видно хорошо. Откладываем. А вот теперь самая интересная новинка, которую я ждал. Вот они, вот такие вот. Кораблики вторые из серии второй. Из этой серии кораблей австралийских. Очень симпатичная, красивая. Вторая монета даже лучше, чем первая. По крайней мере, по дизайну с двух сторон она просто шикарно выглядит. Вот вы можете посмотреть повнимательней. Надеюсь, видно хорошо. Вот такая вот штука. Так. Что у нас еще тут? А у нас еще тут еще такие монеты. Я их взял много, потому что у меня на них спрос. Многие спрашивают. Я часть себе отложу как вложение, а часть на продажу. Вот сразу две стороны можно будет крупно посмотреть. Так. С этим и все. Так. Теперь смотрим, что дальше. Следующий большой пакет разворачиваем. Он уже у нас заключительный. Не люблю большие и долгие видео. Сразу быстренько распечатал, показал. Всем приятно. Потом по отдельности каждую монету, конечно, засниму и покажу. Тоже тяжелый пакет оказался. Наверное, тут много чего интересного. Вот так он выглядит внутри. Все монетки, каждая в пластиковом чехле, и плюс пластиковые коробочки, и плюс целлофановый кружочек. Самое интересное, к сожалению, удалось купить немного. Это вот такие вот монеты Англии. Так, что там у нас? 2 фунта. 2007 года, очень редкие, попались очень по выгодной цене, но, к сожалению, всего 3 штуки. Пока я думал, брать, не брать, сколько взять, из 30 штук, что выложили по такой сказочно низкой цене, удалось купить только 3. Ну вот, 2 из них я достал, сейчас буду смотреть, что там дальше. Такой небольшой материал, аккуратненько все высыпать. Так, на стол. Так, начну откладывать, что тут за монеты и какие. Так. И где-то еще. Так. Так, интересные. Начнем с интересных. Вот эта монета Вирджинские острова. Когда я покупал, она была дешевая. Сейчас цена подскочила на 30%. Не знаю почему. К сожалению, купил всего 5 штук на пробу. Наверное, надо было больше. Но уже как есть. Дальше. Африканский мир слоны. Республика Сомали. 2012 год с надпечаткой дракона. Такие вот. Так, теперь 20 франков Конго 2019 года. Вот такие красивые, симпатичные. Вот так вот они выглядят. Жирафы эти симпатичные. Купил несколько на пробу. И, в принципе, себе в коллекцию дельфинчиков вот таких. Это австралийский монетный двор. Вот так вот это выглядит. Так. Ну, кажется, все. Остальное все тут дубли, копии и так далее. Большую часть монет я оставляю себе в коллекцию, но какая-то часть будет продана, дабы купить доставку. Стоимость доставки очень недешевая. Всем спасибо. Все видео отдельно. Буду потом каждую монетку отдельно на видео снимать.